Умный чемодан, умные наушники и подушка безопасности для ходьбы. В Лас-Вегасе открылась выставка современной инновационной техники. О новинках далее в сюжете. Это умный чемодан. Он самостоятельно ездит за хозяином, распознает его лицо и реагирует на движение. В беспилотный чемодан вмонтировано устройство размером с мобильный телефон, которое наблюдает за хозяином. Этот чемодан будет следовать за вами, даже если вы говорите по телефону, а в другой руке держите чашку кофе. Умные наушники – это устройство, позволяющее создать звуковую оболочку вокруг пользователя. Помогает избавиться от ненужного шума. Специальный сенсор определяет, в какую сторону вы двигаете головой, то есть где по отношению к вашим ушам находятся источники звука. И основываясь на этом, наушники транслируют звук. На выставке представили и умную подушку безопасности. Она позволяет смягчить удар при падении. Во время ходьбы она почти не ощущается. Если человек падает, мгновенно надувается. В этом году свою технику представят 4000 компаний из 150 стран. Посетят мероприятие, по прогнозам организаторов, 200 тысяч человек.